Ребят, всем привет. Так, ну вроде у нас запустилась трансляция на Ютубе. Пока не вижу. Всем привет еще раз. Ребят, я, во-первых, вам хочу признаться в любви, наверное. Потому что пока был ретрит, пока был марафон, мы с вами не встречались. И я уже, если честно, очень-очень соскучилась. Это действительно так, действительно правда. Потому что общение с вами, оно меня выносит на какой-то новый уровень, выносит на какие-то новые осознания. И для меня это очень важно, потому что каждая тема, она приходит не просто так. И есть канал, который, наверное, многие из вас знают, это канал Автополстар. Великолепный канал, который показывает, раскрывает, какие есть спикеры, какой у них путь, на каком они этапе саморазвития. И это, конечно, очень клево, что есть такой канал. И некоторые эфиры, они проходят через... через Zoom. Вот. И сейчас достаточно много спикеров, которые там будут появляться. Новые спикеры, которые вы можете посмотреть, если там старые спикеры. Конечно же, вот я просто знаю на своем опыте, когда я начинала даже сыроедение, для меня было так важно посмотреть и моих любимых спикеров, которые были, но на тот момент их было так мало, к сожалению. Но тем не менее, и когда появлялись новые, это прям как глоток свежего воздуха. Вот, и на Автополстаре сейчас много будет ребят, которые новые, которые не заявлялись о себе, которые будут рассказывать о своем опыте. Это, считаю, что очень круто. Это круто, когда вы можете посмотреть еще кого-то, посмотреть, как идут другие, как, может быть, какие-то ребята находятся территориально даже рядом с вами, и это тоже здорово. И когда мне сказали ребята, создатели, организаторы, я бы так сказала, да, не создатели, а организаторы Зума, они говорят: Свет, как бы сделай, пожалуйста, темы, название тем, и немножечко распиши, какие темы ты будешь проводить. А для меня это просто катастрофа, это настолько для меня неприемлемо. Чтобы вы понимали, у меня даже нет никакой программы на ретриты. То есть даже на ретрите мы проводим вот полностью все ретриты, которые у меня есть, мы проводим в потоке. То есть вот есть какой-нибудь запрос, мы его прорабатываем. Потому что просто так дать какие-то лекции, я считаю, что это, ну, не совсем актуально. Да? Каждый человек пришел на ретрит с тем запросом, чтобы проработали именно его. Но не каждый знает, что проработка каждого из нас
заключается не только в нас, а проработка каждого из нас заключается в проработке другого. И это настолько мощно, когда ты видишь свои вопросы, свои запросы со стороны, это просто вау, это просто шквал, это просто круто. И когда мне сказали, как бы распределить тему, я говорю, блин, тема для меня это вообще неприемлемо. То есть у меня приходят темы на какой-то эфир вот просто по запросу. Они приходят, потому что я чувствую ребят, многих ребят даже из школы автономии, которые у нас в телеграм-канале, они настолько родные, ну правда. Что я многих просто вот на... Я чувствую каждую энергетику. То есть они что-то пишут, а я понимаю, что с ними внутри. Я понимаю, что они не дописывают, что они недоосознают. И это такой кайф. И я понимаю, и это вот такое вот единение меня, конкретно меня, с каждым человеком. Но я не имею права влезать в их поле, пока они не попросят этого. Это тоже очень важно. Вот, и когда меня попросили, говорит, ну, Свет, ну, как бы создай, как бы напиши какие-то темы. Я написала темы, я переборола себя. Я написала по-честному две темы двух недель. И в последний момент, через несколько часов, я говорю, все, тема меняется. Я говорю, вот, говорю, я не могу, вот тема меняется, она будет вот такая. И как раз на Зуме я заявила тему «Голод – это боль». Но я ее не раскрыла, я ее сделала такой минимальной абсолютно. Почему сделала минимальной? Потому что, чтобы люди немножечко ее переварили, насколько она актуальна. И я понимаю, что вот у меня сегодня тоже была консультация с девочкой. Великолепная девушка со своей историей. И я понимаю, что мы многих вещей просто не замечаем. Не потому, что мы такие глупые, не потому, что мы такие неосознанные, а просто потому, что некоторые вещи их вот так вот, знаешь, как вот когда ты плывешь и вот так вот разгребаешь вот эту вот воду, чтобы она сзади тебя была. И вот мы также свои какие-то вопросы, свои запросы мы просто разгребаем. Потому что нам комфортно в данном состоянии. И почему пришла вот эта вот тема? Почему пришла тема «Голод» — это... «Голод» — это боль. И она не просто так пришла. Потому что голод, он действительно начинает, дает эти порывы, начинает, дает эти импульсы, когда у нас идет вот эти вот болевые наши ощущения. Они неважно какие, они могут быть через эмоции, они могут быть через физику, и они могут быть через чувствование. Что я имела в виду, когда я говорила, что голод – это боль? Смотрите, у нас есть какие-то состояния такие, давайте возьмем самое обычное, с которым сталкиваются, ну, наверное, процентов 70, вот я просто по минимуму говорю, процентов 70 тех, кто выходит на сыроедение, на неедение, на еще какой-то образ жизни, который для них новый, который для них это шаг вперед. И как раз вот эта вот боль, когда мы не прорабатываем свои какие-то моменты, сейчас подождите, сформулирую. Когда мы идем не в проработанные моменты, когда мы идем в непроработанное что-либо для самих себя, давайте такой пример сделаю. Вот женщина или мужчина. Это просто пример. Он никому не относится. Женщина или мужчина, они познакомились, вот они хотели там, женщина, давайте, чтобы там не перекликаться, женщина, она хочет создать
семью, она хочет каких-то новых ощущений, она хочет какого-то нового тепла, она хочет каких-то дальнейшего осознания того, что она нужна, что она в продолжении рода. И соответствие всего этого. И она уже достаточно осознанный человек. Я беру как бы наш контингент, да? Именно ту ступеньку, когда у нас уже есть осознанность. То есть до осознанности это, мне кажется, самые счастливые люди. Это правда. Которые получают кайф просто от всего. Уже более осознанные люди, они уже получают какие-то свои плюшки от других вещей, которые достаточно уже узкие. Вот. И, например, женщина. Давайте вот я возьму там, например, я, да, я говорю, вот я хочу вот такого-то вот мужчину, чтобы он, например, там, если будет голод и холод, он мог приготовить семье там из топора кашу. Если будет, если мы будем жить в деревне, то он приготовит из близлежащих деревьев, он построит великолепный дом. Если будет наводнение, то мой мужчина великолепно плавает, и он спасет всю мою семью, потому что он великолепный пловец. И вот я себе вот придумываю такой образ моей второй половины, моего такого спасителя, моего спасителя жизни, не просто спасителя, потому что вот он вот такой вот замечательный, а спасителя меня, спасителя моей картины мира. И вот я такого придумала, и потом раз, и появился тот мужчина, который говорит как бы, вот я вот такой вот. И я начинаю чувствовать его, так как у меня, я знаю свое тело, я знаю свои ощущения, то есть я достаточно хорошо в себе начинаю разбираться. И я начинаю думать, что мне с ним так комфортно, мне с ним так хорошо, я его так люблю, он такой замечательный, я с ним поеду хоть на край земли, я вот все прям для него, вау! И в результате я уезжаю в какой-нибудь его мир, который у него уже построен, либо не построен, либо он тоже хотел какой-то мир. И я иду за ним как за тем человеком, за которым я понимаю, что за ним вот эта вот основа идет. И идя за ним, я понимаю, что как бы не очень комфортно. То есть я привыкла, например, там, к ванне, а там только душ. Я привыкла только к душу, а там только там холодный душ на улице, пока он не прогреется. Я привыкла только к холодному душу, а там только речка, проливная речка горная, которая особо не помыться. И неважно, какие вот эти вот аспекты, я понимаю, что это не то. И я начинаю себя раскручивать на то, что, ну, как бы, это же мой любимый мужчина. Это же моя вторая половина. Это же вот то, о чем я мечтала. Но это про что? Это про то, что я обманываю себя. Это про то, что я не договариваю себе. Потому что я боюсь признаться себе в каких-то моментах. В каких моментах я боюсь себе признаться? Как минимум, первое, я боюсь признаться себе в тех моментах, что я не люблю. Я люблю себя, ту, в тех отношениях, в которых я себя познала. То есть я люблю себя изначально, когда я встретила этого мужчину, и как я себя чувствовала с этим мужчиной на тот момент, я себя люблю, свои ощущения. То есть когда мы говорим, что я люблю рыбу, мы говорим не о том, что я люблю эту рыбу, которая плавает. Я говорю о том, что я люблю рыбу, которая дает мне этот вкус, которая дает мне эти ощущения, которая дает мне эту тяжесть живота своеобразную после этой рыбы, которая дает легкость живота после еды. Но это не говорит о том, что я люблю эту рыбу, пока она плавала.
И то же самое, когда мы говорим о мужчине либо о женщине, когда мы говорим «я люблю этого человека», нужно всегда понимать, что мы любим только те состояния, которые мы испытывали с этим человеком в какой-то период своего времени. И это очень важно, потому что когда мы начинаем возвращаться, вот «я люблю его, я люблю его, я люблю его», мы понимаем, что как бы опять не то, опять не то, опять не то. И мы не возвращаемся, что мы любим просто эти состояния, которые были когда-то тогда. Мы их не вытаскиваем, что сейчас этих ощущений, состояний нет. Этих ощущений, состояний нет, когда у людей уже нет ничего общего, а есть только общие воспоминания. Воспоминания радости. Воспоминания благости, воспоминания нежности и любви. Но это было тогда, а вы изменились. И есть такой момент, что мы должны научиться отпускать друг друга, потому что изначально человек, он не должен был жить 50, 60, 70, 100 лет. Он должен был жить достаточно большее количество времени. И на каждом этапе его времени, возможно, появлялся следующий человек. А возможно, шел с ним многие-многие годы, 300 лет, 400 лет или всю 1000 лет. И вернемся к нашему вопросу, да? Когда мы начинаем себя обманывать, что там, например, вот опять вернемся в отношения, да, между мужчиной и женщиной. И когда я начинаю говорить, что вот как бы мы переехали туда, вот мы там вот уехали туда, вот я поехала за своим мужчиной, потому что я его люблю. И я понимаю, что что-то не так. Я понимаю, что я постоянно срываюсь на еду. Я понимаю, что я постоянно срываюсь на то, чтобы что-то заесть, что-то запить, что-то положить в рот, чтобы ощутить хоть какие-то ощущения, чтобы ощутить хоть какие-то эмоции. А для чего мне это надо? Это надо для того, чтобы я ушла от пути к самой себе. Почему? Потому что если я приду к самой себе, то я четко буду понимать, что я любила не этого мужчину, а я любила себя рядом с таким мужчиной. Я любила себя, чувствуя себя на данном этапе рядом с таким мужчиной. И это не всегда приемлемо, потому что как бы нас учили по-другому. Это нужно менять шаблон. И это очень больно в каких-то стадиях. Это нужно понимать, что когда ты чувствуешь, что либо тебе нужно раскручивать самого себя, уходя в то, что почему такая ситуация, либо просто закидывать в себя, закрывать свою боль едой. Когда у нас есть боль, непознание себя. Боль может быть только непознание себя. И когда у нас есть боль непознания себя, мы ее тело и голова, ее начинает конвертировать в голод, что как будто бы мы хотим кушать. Потому что еда привычный для нас своеобразный наркотик, который на непродолжительное время, это очень дешевый наркотик, который на непродолжительное время очень дешево выводит нас из этого состояния, мы начинаем забывать его. Вот что такое голод. Видео и звук прерывается. Блин, ребят, ничего поделать не могу, это, видимо, интернет такой. Я не знаю, как... Телеграм, давайте я сейчас включу микрофончики, и чтобы позадавали вопросы. Так. Я не знаю, как это сделать одной кнопкой, поэтому, ребят, открываю все микрофоны, не знаю, правда, как это сделать одной кнопкой, мне нужно, видимо... Да, ребят, еще хочу, пока открываю микрофон, и хочу сказать, что каждый раз, каждый ретрит, он просто волшебный. Он настолько раскрывает, он настолько глубокий, с каждым разом он идет все глубже и глубже, с каждым разом
Это те люди, которые погружают меня в такие сознания, которых я даже, ну, конечно же, не думала. Все время думаю, что как бы, ну, вот это вот я, наверное, уже прошла. И каждый ретрит понимаю, что не до конца. И у меня такие все время волшебные люди. Я просто настолько благодарна. Вот. Маша здесь даже. Машенька, привет, моя дорогая. Да что такое-то? Вот, ребят, кто у нас здесь, я всем включила микрофоны. Если кто-то хочет сказать, пожалуйста, говорите. Я буду прям с огромным удовольствием. Машенька, говори. Да, всем привет. Привет. Я тоже добралась до дома. У меня все еще осознание, прям, ну, совсем валом валят. Конечно же, я не ем 3-4 ягоды каждые полчаса. Я к этому готовлюсь. Скажем так, очень рада, что не дала обещания. Иначе уже на лысо надо было постричься. Потому что ем каждый день. Вчера на сухом, скажем так, весь день была, а к вечеру, в 9 вечера, короче, поела. Вот, ну, то есть я молодец. Но я, скажем так, стараюсь. И включила только что сейчас вот эту сессию. Услышала последние слова, они мне так легли. И я понимаю, что вот то, что ты сказала, оно вот прям истина в последней инстанции на данный момент для меня, во всяком случае. То есть сейчас я буду опять об этом думать, осознавать, ну и понимать, как связано мое желание познать себя с наполнением вот этой вот едой ужасной. Вот. Маш, ну я так полагаю, что ты немножечко раскрутишься за эти полтора месяца. И на следующем ретрите ты будешь. Я, конечно, благодарна всей Вселенной, что для тебя как минимум не имеет никакого влияния, никакого критерия денежная сумма, потому что ты достаточно состоявшийся человек в этом смысле. Я думаю, что мы, конечно, уже достаточно глубже будем прорабатывать тебя на следующем ретрите. Однозначно, хотя нельзя так говорить прям однозначно, а то, скажем так, я и в прошлый раз собиралась, позапрошлый раз, и не смогла. И, собственно, еще людей, с которыми бы я хотела идти по жизни, тоже они готовы поехать к тебе на ретрит. Да, и, вот. Ребят, еще про ретрит хочу сказать, что если кто-то собирается, то чем раньше вы внесете оплату, почему? Потому что будет летний период, то есть будет ретрит с 17 по 22 июня, и отель будет забит. И чем раньше мы забьем нами номера, тем будет, чтобы без проблем это было. То есть это уже зависит не от меня, чтобы я уже сразу же начала корректировать. Потому что Маша себе уже изначально забила люкс, она как бы уже знает, куда она поедет и как она поедет. Но чтобы это было понимание для всех. Угу. Да, я уже прям уже живу в этом, уже готовлю вопросы. Я так думаю, что некоторые вопросы я прям себе записываю уже на отдельную страничку, да, с моей записной книжки. Какие вопросы буду задавать? Понимаю, что они на многие будут ответы до того, как я приеду на ретрит, и, ну, все равно записываю. Еще пока не могу от тебя отцепиться прям сердцем, ну, наверное, и этого и не случится никогда, сердцем с тобой, мыслями с тобой. В общем, тебе всяческих благ, пусть у тебя будет развитие еще раз. А я за тобой. И тебя целую, обнимаю. Обнимаю. Микрофон выключу. Угу. Ребят, кто еще хочет сказать, задать вопросы, задавайте вопросы. Так долго мы с вами не виделись. Мы с вами еще, хочу напомнить, мы с вами еще будем во вторник
какую-нибудь тему сделаем. Если вы начнете задавать максимальное количество вопросов по каким-нибудь темам, то мы ее разберем. Я ни разу не проводила эфир, только в Инстаграме, в Инстаграме не проводятся эфиры, к сожалению. Они не сохраняются у меня, какой бы VPN я ни подключила, вот в этой вот экстремистской на сегодняшний день сети я не могу делать эфир. Но я хочу сделать эфир во вторник в Ютубе, просто в Ютубе, без Телеграма, а просто в Ютубе, чтобы там задавали вопросы, чтобы там подключались, посмотреть вообще, какая будет картинка, какой будет звук, что будет отставать, не будет отставать. И если вы предложите какую-то тему, которая более актуальна, которая наберет больше всего оборотов, то мы ее сделаем там во вторник. Вот. Поэтому жду вас во вторник там. Если есть вопросы сейчас, то я с огромным удовольствием отвечу, потому что еще раз скажу, что я, конечно, так бы вам скучала. И закрытый клуб мы сделаем эфир, наверное, завтра. Потому что, ребят, тоже по вам уже ужасно соскучилась. И не забывайте, что у нас идет, продолжается то, что я не проводила эфиры. Это не говорит, что у нас закончился какой-то марафон. У нас он продолжается, 90-дневный марафон, когда мы идем в новое сознание себя, в новый образ жизни самого себя. Это очень важно, это настолько важно, что это не может прекратиться ни по каким условиям. Вот. Поэтому завтра мы с вами в закрытом клубе сделаем эфир. Я вам расскажу, что было, что такое. Расскажу про Дольмена, я вам уже рассказывала, которую мы были. И нас водил великолепный человек по Дольменам. Маша знает. Это наша одна из девочек, одна из моих. Ну, сейчас уже могу сказать, наверное, даже уже ближе к подругам, Диана, вот, которая просто про дольмены знает вот настолько вот максимально, просто клёво. И на сегодняшний день могу еще сказать, что есть вероятность того, что еще откроется такой закрытый клуб бессмертия. Это я как бы без шуток говорю, да, потому что люди, которые не кушают и не пьют, люди, которые живут на минимальном количестве пищи, это минимальное количество пищи, это я имею в виду, что ну, раз в месяц, да, какой-то определенный продукт. Они очень четко знают эту тему, вот, и будет еще такой клуб закрытый. Пока про него говорить не буду, возможно, потом про него скажу, а возможно, он будет просто закрыт, в закрытом доступе вся информация. Если кто-то о ней не узнает, то не переживайте, просто значит, это не ваше на каком-то этапе времени. Вот, и там будет тоже, там просто я буду тоже очень много времени уделять тому клубу по определенным причинам. Вот, но вас я как бы никуда не отпускаю, вы мое пространство, вы моя сила, и я с огромнейшим удовольствием буду продолжать вести эфиры здесь, и кто еще не знает, будем выкладывать, конечно, эфиры и на YouTube-канале, на Инстаграме не получается выкладывать, вот, поэтому присоединяйтесь, ребят, сюда, присоединяйтесь в открытый абсолютно чат «Школа автономии». И если кто-то хочет проходить более такие какие-то интимные вопросы, так сказать, я бы сказала, не глубинные, а интимные вопросы, присоединяйтесь в закрытый клуб. Он тоже сейчас в Телеграме, потому что в Инстаграме не получается. Вот, если есть вопросы, то я, конечно, с огромным удовольствием отвечу. Все микрофончики открыла. Сейчас еще раз проверим, может, кто-то присоединился. А, да. Ребят, много-много-много интересных людей присоединилось. Давайте, всем открыла микрофоны, кто есть на сегодняшний день, на сегодняшний миг. Задавайте вопросы. Если нет вопросов, то я буду отключаться, и мы с вами в закрытом клубе завтра встречаемся.
И на YouTube-канале встречаемся во вторник. Ой, в понедельник. Во вторник. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Ой, да, здравствуйте, моя дорогая. Началось, честно говоря, по общению. Ну вот у меня никаких таких изменений нет, кроме того, что меня перестала мучить совесть по всяким поводам. Там ем, не ем. То есть вот как-то я отпустила, что ли, ситуацию. То есть если не ем, мне хорошо. Если я ем, тоже мне хорошо. И вот сейчас многие очень обсуждают тему у нас в чате, что вот, там, что-то переел или что-то там как-то вот не может зайти на сухие дни. И человек расстраивается. А я думаю, я, наверное, тоже какая-то немножко не такая. Потому что я вообще не расстраиваюсь. То есть вот как идет, так идет. То есть вот, ну, бывают какие-то вот, ну, какие-то эмоции, которые, допустим, ну, накатывают. Ну, вот прямо какого-то тотального расстройства нет. И я не понимаю, нормально или ненормально. То есть я не знаю, ни в какой психоз. Я вхожу или я не вхожу. Нет, это все нормально. Мы как раз завтра немножечко разберем эту тему. А в понедельник, во вторник на YouTube-канале сделаем, наверное, такую тему «Важность еды». Да, и я уже, ребят, наверное, неоднократно вам скажу. Я уже вам говорила, что я общаюсь со многими неедами. С людьми, которые не кушают какой-то определенный период времени. Так получилось, либо я на них повыходила. Но чаще всего получилось так, что они на меня повыходили. То есть это идет по энергетике. Потому что многих людей я даже не знала, что они существуют. Я вам могу сказать однозначно, что в автономии мы будем абсолютно все. Это наше будущее. Это наш будущий шаг к следующему витку. И то, что мы сейчас делаем с вами, это не для того, чтобы там у кого-то щелкнуло. То есть у кого-то может щелкнуть, а кто-то, может быть, так и будет раскачивать. То есть то в неедении, то в зажоры, как любим говорить, да, вот это вот слово, которое мне не приемлет. Но мы все окажемся в неедении, потому что это для нас физиологически правильно. Кто-то в нем окажется, а кто-то просто отстегнется от этого. И я абсолютно точно на сегодняшний день уверена, что там мы будем все. И чтобы это было экологически приемлемо для каждого, чтобы было без каких-то жестких трансформаций, потому что трансформации, давайте мы их пройдем, эти трансформации, максимально здесь. И чтобы пройти максимально трансформации вот в этой плотности, именно поэтому я сделала минимум трансформации. Это закрытый клуб, чуть побольше трансформации. Это марафон и максимум трансформации тех, которых я могу дать. Я, конечно же, не такое всеобъемлющее естество, да, которое все дает и просто вот так вот. Ну, по крайней мере, я на что я способна, какая информация мне приходит, то эту всю информацию без остатка, без вообще вот полностью, максимально до каждой частички я обнуляюсь на ретрите. Обнуляюсь для того, чтобы в меня вошла новая информация и для того, чтобы... Потому что те ребята, которые приезжают на ретрит, ну, это действительно, это те мои триггеры, которые заставляют меня идти дальше и дальше. Это те люди, и с каждым разом это настолько наполненные, цельные личности, которые схватывают каждый момент, каждую секунду своего сознания и перерабатывают самого себя. Это настолько важно, это настолько мощно.
И это настолько, наверное, для меня показательно, какие люди вокруг меня вообще есть, какие люди вокруг меня начинают наполняться, и мало того, что они сами идут дальше, они меня двигают, они меня не просто двигают, они, мне кажется, они меня кидают все больше и больше, все дальше и дальше. И это, конечно, великолепно для меня, потому что для меня эти осознания, они тоже есть. А, вот написано, эфир перезальем. Вот мы эфир перезальем. То есть, ребят, видимо, на Ютубе все-таки не очень идет. Да, да, ребят, если кто-то хочет говорить, говорите. Кто-то уже микрофончик включил. Говорите, говорите, ребята, с огромным удовольствием отвечу. Привет, Свет. Слышно? Ой, Тёмочка, привет, да, я надеюсь, что ты у меня вообще будешь на ретрите. Тём, это правда, ну, блин, это, видимо, для меня важно, чтобы ты был на ретрите. Вот как бы вот я ты очень... настолько полный. Я очень-очень хочу, но у меня каникулы начинаются с июль и август, 2 месяца. А июнь у меня еще работа. Просто если у меня в этот промежуток не будет спектаклей, то я попробую взять отпуск за свой счет. А если всего там будет... 5 дней. Да, а если у меня будут спектакли, то нету людей, которые бы меня заменили. Поэтому... Да, я понимаю. А вот у меня вопрос. А сегодня тема была про отношения, я просто не с самого начала. Сегодня была тема «Голод – это боль». Год. И просто самое наглядное это было показать на отношения. А, я просто тут книгу читаю интересную про отношения. Ну, она ближе, наверное, к сексологии, или как это называется, сексуальной там. Ну, и там, значит, человек, ну, кто там он, ну, ученый, профессор, не знаю, доктор, и он, значит, новую терминологию ввел, называет, как это сейчас... Какая-то сейчас, блин, забыли, только что было в голове. Смешанная моногамия, что-то такое. Это когда человек не принимает свою природу, входит в одни отношения под идеей моногамии там, или еще что-то, потом даже женится, потом расстается, меняет партнера и опять в моногамию, потом опять расстается и следующего партнера. Ну, просто ты говорила про, что вот мы там можем 300-400 больше лет жить и не обязательно вот привязываться к, ну, один раз и до конца жизни. И у меня поэтому с книгой сразу сошлось, которую читаю. Зависло, да? Фигню задал, ты зависла. Ну, поэтому и возник вопрос, про отношения сегодня эфир или нет. Да, я надеюсь, просто что тема... я не выключилась. Не выключилась. Просто тема такая про отношения действительно очень-очень, ну, как бы интимная и... интересная. Очень много и табуированных там тем. Давайте эту тему про отношения мужчина и женщина на YouTube-канале во вторник проговорим. Именно мужчина и женщина, и это будет только на YouTube-канале. Я не знаю еще пока, как будет проходить этот эфир. Я ни разу не проводила эфир на YouTube, только на YouTube. Но давайте попробуем. На Ютубе это на канале будет Лафлана. Вот. И эту тему давайте поднимем, потому что она настолько глубокая, мы настолько ее не понимаем. Именно поэтому у нас вот эти вот, вот эти моменты, которых мы начинаем сами себе скрывать, и от этих же моментов сами начинаем страдать. Только лишь потому, что мы не понимаем, что происходит. Да,
И у меня заключил интернет, насколько я поняла. Да, вот именно тоже в этой книге пишется именно из-за непонимания. Тёмочка, можно? Я тебя не слышу, у нас уже, видимо... Да, говори. Добрый вечер, Светлана. Добрый. Хотел поинтересоваться по поводу... Ну, у вас, наверное, опыт есть какой-то входа в автономию с костными искажениями в теле. Допустим, у меня была проблема со спортом, да? И получилось, перекос, в общем, такой позвоночника и, смещение немножко тела, как бы несимметрия. То есть как, по вашему, может быть, опыту подскажете, нужно выравнивать это, а потом ходить, пытаться автономией, либо автономия как бы выправит это, потому что когда я не кушаю, как бы энергии настолько появляется много, что оно начинает все это очень быстро выворачивать, разворачивать, и психика не выдерживает. То есть как вы посмотрите на эту проблему? Ну, во-первых, я очень уверена, что психика не выдерживает, потому что когда что-либо происходит с нашим костным составом, костный состав – это наше «я», это наш стержень, который ломаться начинает только в те моменты, когда начинаем ломаться мы, когда начинает непонимание самого себя. И в автономии вы не сможете войти только лишь потому, что вы не познали самого себя. Вы не сможете начать голодать только через силу воли, потому что, чтобы сделать какие-то определенные этапы.